Viva Fidel. При жизни ему всегда аплодировали стоя, а в последний путь провожал весь мир. Фиделя Кастро нет уже год. Куба живет своей жизнью. 2017 выдался для страны непростым. На остров обрушились ураган Ирма и новые санкции США. Зато государство привлекло 2 миллиарда долларов иностранных инвестиций. Правда, ВВП с 2016-го почти не вырос. Но это все не так страшно. Главное, что Куба — свободная страна. И это — достижение великого команданта Фиделя Кастро. На вопрос о том, является ли вооруженная борьба единственным путем к освобождению, я бы ответил, что, как минимум в случае моей страны, у нас не было другого пути. В 1959 году Фидель Кастро свергнул режим диктатора Батисты. Многие стали называть диктатором самого Фиделя Кастро. На жизнь кубинского революционера покушались более 600 раз. Слухов о его смерти не сосчитать. Но он дожил до 90 лет и умер 25 ноября 2016 года. Фидель Кастро завещал не называть улицы, площади и здания в его честь. Он хотел, и он остался в сердцах людей.